социальных сетях то и дело натыкаюсь на объявления, где предлагают помочь с получением военного билета, не проходя службу в армии. Вот не пора ли начать проверку таких фирм? Я хотела просто обратить ваше внимание, проверяем, что есть такая проблема. Это фейки в основном. Проверяем. Ну, получил ты военный билет, но мы тебя все равно обнаружим, ведь все военно обязанные, военные, они приписаны в военкоматах к каким-то частям. Рано или поздно это вылезет. И не дай бог, этот факт станет реальностью. Вы знаете, что будет. У нас пока нет фактов, что кто-то кому-то выписал военный билет. Но я говорю, не дай бог война, и у тебя будет муж, который вообще не может тебя защитить и твой дом. Зачем такой мужик, который не может отличить пистолет от автомата?